27 января 1944 года в Ленинграде был дан праздничный салют. В этот день состоялось окончательное снятие блокады. Многие из тех, кто пришел на эту встречу, салюта не видели. Их чуть раньше эвакуировали, другие просто не помнят, были совсем детьми. Но все они запомнили чувство голода и холода. Георгию Михайловичу тогда было 4 года, и, конечно, то, что пришлось пережить в годы войны, сформировало и его характер, и его отношение к жизни, к людям. Он стал военным, но не забыл блокадные дни войны. Мороз страшный. Вот. Там никуда я не ходил. Я ничего не помню, чтобы я что-то там соображал, чтобы мне хотелось куда-то пойти. Хотелось только вот согреться и все, и покушать, и все. Ну и спал. Любые воспоминания для детей войны очень трогательные и волнительные, поэтому на встрече с главой города больше говорили о сегодняшнем дне, о том, как непросто жить в сложных экономических условиях. Но глава курорта заверил, на социальных проектах это никак не скажется. Блокадники, как особая категория граждан, получают федеральные льготы. Но глава пообещал, если у них будут проблемы, всегда можно обратиться к городским властям. Например, сейчас они попросили помещение для встреч детей блокадного Ленинграда. Анатолий Пахомов пообещал к лету этот вопрос решить. А еще пригласил «Актив» включиться в работу народного контроля. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.